Полк ППСП. Зарплата от 25 тысяч рублей. Оплата проезда к месту отдыха. Право на получение единовременной социальной выплаты для приобретения жилья. А на первых порах – комната в общежитии. Все это и ряд других льгот гарантированы сотрудникам полка патрульно-постовой службы полиции. Боевое подразделение «Овеянная романтика» и находящееся на передовой борьбы с преступностью примет в свой дружный коллектив мужчин от 18 до 35 лет, отслуживших в армии, имеющих среднее образование. Здесь молодые люди смогут получить высшее профессиональное образование бесплатно. Телефон для справок 268 16 64.